Всем привет, друзья, с вами Дима OnePoint, это Need for Speed Heat, и да, у нас здесь новое обновление, только как я говорил в новостях, у нас, к сожалению, начали не с GDM тачек, а начали, получается, с конца списка. Если вдруг кто-то не смотрел, обязательно посмотрите новости, чтобы знать вообще, что сейчас происходит в Need for Speed, подсказочка была. В общем, начали с конца списка, это у нас тема пятая была, и там у нас британские автомобили, видимо, почему-то они решили начать не с GDM тачек, которые были на, вроде как, тема 1. Почему-то начали вот с конца списка, и получается, что когда-то там мы получим какие-то новые GDM тачки в игре. Ну, в общем, что? У нас британские автомобили, и я уверен, что это для кого-то офигенно. Если что, друзья, это новое обновление в Need for Speed Heat. Итак, что у нас тут нового? Во-первых, у нас тут есть доставка магазин. Написано на доступно на третьем уровне репутации. В магазине появился McLaren F1 с черного рынка. Да, у нас добавился черный рынок, и сейчас мы узнаем, что это такое. Реализуйте весь его потенциал и откройте эксклюзивные украшения и одежду, пройдя испытания Розиэля. Розиэль — это новый персонаж, который, как вы понимаете, будет нам давать различные задания, которые нам нужно будет проходить. И также у нас тут есть еще гамбит коллекционера, бесплатная доставка. И вы понимаете, да, отсылочка к чему это? Пейбеку. Доступно на 20 уровне репутации это все дело. Это Aston Martin DB11 Volante с черного рынка. Ждет вас в порту Мерфи. Завершите серию испытаний, чтобы открыть эксклюзивные награды. Я понял. Так, а в магазине у нас что-нибудь новенькое появилось или нет? Ключи к карте и улучшение до издания Deluxe. Опять же, я сейчас играю на ПК-версии игры, и вполне возможно, что, может быть, в магазине потом, да, появится одна из этих машин, когда мы пройдем какие-нибудь испытания. А может быть, она не появляется из-за того, что это ПК-версия игры. Как вы помните, здесь в магазине появляется не все сразу. Как на консолях. На консолях стараются вместе с релизом обновления сразу, чтобы все было в магазине, чтобы ты мог купить. Итак, я напоминаю, одна из этих двух машин платная, другая должна быть бесплатная. Сейчас мы это все посмотрим. Кстати, я однажды говорил в видосе, что если будут добавлять платные автомобили, то я сделаю новый обзор на The Crew, где скажу, что игра хорошая. В общем, как вы видите, автомобили не все платные добавляют, так что тут уже под этот критерий не подходит. Извините, любитель The Crew, но тем не менее я эту игру буду снимать, так что вы особо не разочаровывайтесь. Итак, можно забрать. Уважаемый член лиги, презирающий копов, дал Розиэлю задание вернуть украденный Aston Martin DB5. На самом деле в этом обновлении очень много баг-фиксов, и также есть еще небольшие такие новшества, которые могут, конечно же, порадовать тех, кто играет в Need for Speed. Например, как видите, если у нас появляются какие-то новые детали, у нас теперь появляется вот такая вот штучка «Новый». И забавно, что теперь пламя выхлопа у нас можно что? Цвет менять, а он же до этого и менялся. Я что-то не понимаю, в чем прикол? Допустим, я поставлю красный. За 5000 мы это все дело покупаем. Итак, друзья, в порту Мерфи у нас появились две вот такие вот гоночки. Одна гоночка Black Market, она у нас написана, что тут доступна в магазине McLaren F1. И нам говорят пойти в магазин, но давайте нажмем ради интереса. Появится у нас эта машина в магазине? Нет, пока что не появилась, к сожалению, она у меня. Я напоминаю, что я играю с утра, когда вот только-только вышло обновление. Может быть, это все дело появится позже. Ну, а я думаю, как раз можно съездить вот до этого соревнования. Здесь написано местонахождение, подбор, и, может быть, это мы сможем выполнить, хотя написано «заберите бесплатный набор». Какой бесплатный набор забрать? Непонятно. Сейчас будем разбираться. Клиент оставил тебе тачку в доках. Не заставляй его ждать. Окей, гамбит коллекционера и... Опа, вы только посмотрите на этот контейнер. Мое почтение. Ну что же, подобрать Aston Martin DB11. Ничего себе. О, какой красивый Aston Martin. Да, я понимаю то, что это по сути не новая машина, но тем не менее вы только посмотрите на эту заставку, а. Мой чувак определенно обрадовался, и у него автоматически появился новый шмот. Что, я его так безвкусно не одевал? Какого хрена? Уберите эту хипстерскую одежду. Ладно, окей, раз уж одели, хорошо. Блин, без моего ведома взяли чувака. А, нет, слушайте. А у меня одежда вернулась. Хорошо. И что нужно сделать? Забрал машину. Что дальше? А, типа все, она теперь моя? А как же там задания какие-то? Они спрятали записи с нескольких камер наблюдения. Тебе просто нужно их забрать.
И наш парень хочет убедиться, что делом занимается настоящий профи. Так что тебе придется показать класс. Так, отлично. Короче, нам Резель сказал, что нужно какие-то найти записи с камер наблюдения. Итак, у нас в гараже появились испытания черного рынка. И здесь, как видите, вот такая вот табличка. Гамбит коллекционера, Aston Martin DB11, контракт 1, серия 1 из 2. Пощекотайте нервы, проскочите выбранные радары на скорости 209 км в час. Хорошо. Потом лучше всех закончите в топ-3 в дневном событии «Спектр». Угу. И в отличие от серии, сколько мы будем проходить, нам будет давать различные награды. И как вы видите, за первый контракт, вот там внизу слева, у нас есть какая-то одежда, что-то какие-то детали дают. И у нас можно, что там еще, и какой-то тим, наверное, может дадут. Интересно. В общем, новая вкладка «Испытания черного рынка». Прикольно. Слушайте, наконец-то что-то новое. И я так понимаю, что эти все плоды дали нам Criterion Games. Я, значит, такой прокачал свой Porsche, а в итоге у нас никакой гонки-то и не было. Печалька. Ну ладно, тем не менее. Aston Martin DB11 Volante, 210 уровень. Все вы видите. Движок, давайте посмотрим, какой у него внутри стоит. V8, 4 литра, 503 лошади. До 1014 коней можно раскачать. Стоковый движок. Неплохо. Так, ладно, заходим в модификацию. О, у нас какие-то новые эффекты появились. Неон. И что? Вот он. О, у нас тут даже помечено, что у нас Black Market. Пурпурно-белое мерцание. О, это то есть они прям сразу нам неончик дали под эту машину. Это приятно, это приятно. Давайте сразу туда и поставим, раз мы сюда зашли. Сразу у нас машина будет с неоном. Почему бы и нет? Так, ладно, мне больше всего интересно по кузову, потому что тут обещает быть очень много всего интересного. В общем, да, тачка-то прокачивается неплохо. Посмотрите, тут прям можно много всего поменять. Это не может не радовать. Было бы странно, если бы они добавляли новые автомобили, которые... какие-то ни о чем не так. Я понял, что у нас будет открываться. Я понял, друзья. Так, смотрите, короче, у нас Black Market, вот этот вот тюнинг, он пока что закрыт. И, видимо, откроется только тогда, когда мы пройдем эти его испытания. Ну что же, я не вижу смысла смотреть тюнинг, когда у нас половина не открыта. Хотя, кстати, тут есть и неплохие обвесы. Но вот эту вот дичь, это самая дичь, которая здесь есть, я хочу, конечно же, это все открыть. Поэтому давайте пока что сохраним интригу. Не будем трогать особо автомобиль. Я вообще его сделаю в стоке. Мы просто его занизим. Все останется как есть. Единственное, что мы поменяем, это, конечно же, мы его прокачаем. Итак, давайте смотреть, какой последний двигатель здесь у нас присутствует. Это Forged. 3,8 литра V6. Ничего себе. И тут при этом еще есть и V12. Но самое интересное, что Forged 3,8 литра V6 выдает 1430 лошадей. И это, по-моему, да, это самый мощный движок, получается, из всех, которые есть на этот автомобиль. Ну, конечно, поскольку я люблю ставить все самое жирное, мы поставим этот движок. Ставим. 610 тысяч просто отправляются в освояси. И теперь, конечно же, ставим детальки Абсолют Плюс. О боже мой, машина просто монстр какой-то. Вы только посмотрите на это дело. 1385 лошадей у нас уже получилось. Максимально крутящий момент 1477. Просто охренеть. И тут можно с передачей немножко поиграться. Вот я не знаю, есть смысл ставить с нуля до 100 нам. Или все-таки оставить 8 передач. У нас максималочка будет побольше. Ладно, давайте все-таки максималочку оставим. И тут нам осталось поставить дифференциал для трассы. И вот какие характеристики у тачки получаются. Это просто охренеть, друзья. С 0 до сотни 2.37. Это не очень такой показатель. Но тем не менее, максимальный крутящий момент 1477 ньютона-метров. Офигеть. Максимальная скорость 380 км в час. Смотрите просто по графику. Мощность десятка. Максимальная скорость десятка. Ускорение, вот, к сожалению, всего лишь 9.2. Ну, нитро, понятное дело, десяткой. Охренеть. Ну что же, мне кажется, с таким комплектом можно брать и спокойно проходить радары. Так, давайте смотреть тюнинг на ходу. Чувствительность руля, естественно, на максимум. Прижимную силу тоже делаем на максимум. И у нас всего лишь 378 км в час получается. То есть падение у нас получается всего на 1 км в час. Ну, точнее, провисание по максимальной скорости. И тачки, кстати, управляются очень даже неплохо. Слушайте, а мне вполне себе нравится даже, как она в стоке выглядит. Там, конечно, будет из Black Market просто сумасшедший тюнинг. Если только не тащить.
утащить вас за шкирку. Что он сказал? Я не знаю. 289 км в час, и мы прошли. Пощекотать нервы. Проскочите выбранные радары на скорости 209 км в час. Шикарно. Где-то еще один радар. И, друзья, да, я включил диалоги, и теперь у нас постоянно будут звонки от Таны и прочие вот эти вот вещи, которые меня бесят. Но, блин, нам это все нужно, чтобы слышать разговоры нового персонажа. Итак, следующий радар у нас находится вот здесь. Вот, ребят, запоминайте, один радар у нас был вот тут. Вот, мы его прошли, он исчез. Кстати, странно, что он исчез. Вот, а теперь нам нужно вот сюда. Так, ну чё, набираем разгончик. И погнали. Посмотрим. Ну, на самом деле, легкие очень испытания, потому что всего лишь 200 с чем-то километров в час. Логично, что это практически каждая машина может проехать. Может быть, они рассчитывали, что кто-то будет ехать... Ой-ой-ой-ой. А? Нормально, 318 километров в час. И у нас второй радар тоже пройден. Шикарно. В общем, они, может быть, рассчитывали, что кто-то возьмет этот DB-11 и на стоке поедет все это выполнять. Но, что-то мне кажется, таких глупых людей не существует. Итак, последний, третий радар, который нужно пройти, находится у нас вот здесь. Достаточно, кстати, сложный радар. Вот тут уже на 200 км в час будет пройти его не так легко, потому что, как видите, дорога у нас состоит из жестких поворотов в начале и в конце. Поэтому тут не все так просто, но, тем не менее, телепортируемся и доезжаем до туда. Кстати, хочу сказать, что DB11 новый не самый лучший автомобиль по управляемости, честно говоря. Достаточно плавная машина. Опять же, кому-то это может быть понравится, но мне как-то это не особо по душе. Кстати, этот радар-то оказывается намного легче, чем я думал. И мы его проходим вообще на 345 км в час. И радары у нас пройдены. В общем, управляемость не самая классная у этого DB11. Я бы хотел, чтобы он был более резкий в поворотах, но, к сожалению, он не такой. Ладно, теперь нам нужно... закончить дневное событие «Спектр». Посмотрим, что это такое. Слушайте, а это прямо рядом с нашим гаражом основным. И здесь нам рекомендуется вообще всего лишь 210 уровень автомобиля. А у нас 400+, 29106 баксов нам за это дают. Это прям что-то, по-моему, новая гонка, потому что я, честно говоря, ее не помню. Хотя, может быть, она и была. Давайте, чтобы боты немножко не скучали, мы поставим уровень сложности высокий. Хотя это максимально тупая тема, потому что, как вы видели, у меня машина 400-го, а здесь требуется 210 уровень. Ну что же, посмотрим, как сейчас DB11 проедет эту гонку, но спойлер, мне кажется, пройдет он ее очень быстро и очень хорошо. Хотя, как я уже сказал, в повороты эта машина входит не так сладенько, как хотелось бы, но здесь, понятное дело, мы оттормаживаемся на ручнике плюс тормоз, ну и дальше едем. Блин, ну, я не знаю, как сказать про эту машину. Она вроде бы-то и неплохая, круто, что это отсылка к Need for Speed Payback, вся эта машина, по сути, это одна большая отсылка. Но что-то как-то мне задания вот эти, я думал, они будут посложнее. Но на самом деле сам весь Need for Speed Heat не такой сложный. По сути, если вы прокачаетесь хотя бы до 30 уровня, то можно пройти всю карьеру всего лишь за час. Основные задания Анны, они проходятся за час, друзья. Час. Вам нужно всего лишь час, чтобы пройти основной сюжет игры. Без побочек. Я просто в шоке. Я реально в шоке. У меня как-то это все намного дольше получилось, когда я делал прохождение на Xbox. Но, естественно, мы одновременно и прокачивались, и проходили эти задания. Здесь же на трансляции, вдруг кто не видел, ребят, у меня есть стриминговый канал, и там проходят трансляции, и недавно я как раз проходил миссии, задания, сюжет в Need for Speed Heat на ПК-версии, потому что у меня здесь сюжет не был пройден, и, в общем-то, я уложился в час, миссии от Анны. Потом все остальное время у меня заняли гонки по бездорожью, дрифт и гонки, которые нам отдает братишка. Братишки Анны, так сказать. Ну, в общем, да, гонка-то максимально скучная. Надо было мне все-таки посмотреть, какой там уровень у ботов и не прокачивать настолько жестко машину. Но зато мы теперь знаем, как она едет. Что же, а сейчас мы уже, я чувствую, после этой гоночки получим детали внешнего тюнинга, и можно уже спокойно смотреть, как можно затюнячить этот Aston Martin. И приехали! Первое место. Это как бы логично. Сейчас мне интересно, что нам скажет этот Разиэль.
Кстати, да, у нас появились новые празднования, анимации празднований, и сейчас мой чувак немножко потанцевал. Ну там ничего такого сверхъестественного. Пока неплохо. Пора найти спрятанные записи. Так, а я чего? У меня там прогресс... Я думал, то, что прогресс будет уже лучше. Ага, нам все-таки нужно вторую серию пройти, чтобы забрать вот эти вот детали, так нам нужные. Поэтому нужно проходить сейчас дрифт-триал на хвосте. И собрать не менее 5 контейнеров черного рынка в районе контейнеров. Как бы это странным ни казалось. Окей, делаем. Друзья, вы охренеете. Но оказывается, нужно в дрифте выступать на этом DB-11. Если вдруг кто-то попался так же, как я, друзья, вот, смотрите фишку. Испытания черного списка, точнее черного рынка, появляются только тогда, когда вы на машине из этого черного рынка. Потому что вот, смотрите, беру я геттер, да, и все. И у меня вкладки испытания черного рынка даже нету. Офигеть. А почему они об этом даже не предупредили? Итак, в этот раз я решил поставить у нас V10. Почему я решил выбрать V10? Потому что у него максимальный крутящий момент 421. Мне это очень нравится. С нуля до сотни 3.13 всего лишь. И максимальная скорость 346 км в час. Ускорение хреновое, максималка хреновая. Зато мощность у нас десятка. Может быть, у нас машина будет неплохо ехать боком с такими вещами. Ну и, конечно же, посадка, развал на передних колесах я делаю побольше, потому что у нас все-таки теперь дрифт-корч получается этот автомобиль. Ну и, конечно же, пока мы едем до соревнований, тюнинг на ходу, чувствительность руля у нас на максималочку, прижимную силу сделаем на минимум. И соревнования у нас вот где-то вон там. Давайте пока что просто потестируем машину, как она едет. Но она прям капец, я вам могу сказать. Я чувствую, тут даже надо, наверное, тюнинг на ходу, чувствительность руля немножко пониже сделать, потому что это прям перебор. И что у нас требуется? Рекомендуем 230, у нас 357. Дрифт на такой машине, это просто богохульство какое-то, так мне кажется, но... Но тем не менее, это задание, которое нам нужно пройти. Опять же, ребята, вы сами видели, где находится это соревнование, чтобы вдруг не запутались. В общем-то, поехали. Старт у нас просто замечательный. Если что, у нас стоит все полностью в дрифт. То есть никакую я супер настройку там не применял. Просто тут такая трасса, что как-то нужно умудряться проезжать ее. И да, настройка до сих пор точно не лучшая. Точно не лучшая. 200 тысяч очков нужно как-то набрать вот на этом всем деле. Машину я прокачал хреново. Не думал, что она так будет ехать на второй передаче, блин. Но, может быть, наберем мы эти страдальные 200 тысяч очков. Давай. Да, блин, капец. Она просто не делает перекладки. Давай, 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 давай. Вот тут можно прям много набрать. 200 тысяч нужно набрать, это, естественно, на высоком уровне сложности, не забывайте про это. Если у вас будет стоять какой-то другой уровень сложности, конечно, там количество очков вам нужно будет уже более меньше. Но, тем не менее, слушайте, я немножко сосредоточился, умолчал и набрал все-таки эти очки. И, в принципе, привык я более-менее к этому DB11, боком-то он едет, но прям странноватенько, я вам скажу. Ну что же, пройдено. Стильный занос. Мне даже дали какую-то ачивку за это все дело. 314 тысяч я набрал, но я вообще ни хера не старался. Награда 19 тысяч. И если вы смотрели на мини-карту в тот момент, когда я дрифтил, там появились какие-то штучки Black Market такие. Вон, видите, их очень много. И, скорее всего, это как раз та тема, которая нам нужна. Нам нужно найти контейнеры. 5 контейнеров. Хорошо, хорошо. Я вижу вот один, по-моему, контейнер. Ага, то есть мне нужно туда как-то попасть. Я понял. Опа, один контейнер я все-таки взял. Оказывается, эти контейнеры нужно сбивать. И вот тут он в кустах находился. Придется достаточно сильно пошариться. Но тем не менее, через какое-то количество времени вы это сможете найти. Ну что же, пытаемся тем временем потихоньку забирать все эти контейнеры.
Так, тут надо прям максимально осторожно. И нет, надо было не максимально осторожно. Тут нужно набирать скорость побольше. Но все равно такую, чтобы мы не пролетели мимо этого контейнера. Так, это достаточно интересно. Так, сейчас. Блин, не люблю на самом деле коллектаблс. Очень мне не нравится все это дело. Но, тем не менее, опа, еще один контейнер мы забрали. Тем временем у нас их два. Нам еще нужно три контейнера как-то забрать, которые вообще непонятно где и как находятся. Так, смотрите, друзья, еще один контейнер находится вот здесь, вот в этой части локации. Примерно где лежало у нас фламинго. И вот надо сюда разогнаться, запрыгнуть и вот сбить вот этот контейнер. Отлично, у нас минус еще один, только осталось найти остальные. Еще один контейнер запрятали максимально хитро, смотрите, он стоит прямо вон там за этими контейнерами, то есть нам нужно наверх заехать. Короче, заныкали максимально жестко. Вот он вот тут. Так, забрали, у нас 4 штуки, я так понимаю, теперь есть. Давайте посмотрим, что от нас еще требуется. Да, 4 штуки, и нам нужно найти теперь пятый. Я так понимаю, пятый это самое сложное. А опять же, я хочу вернуться к тому контейнеру, который я видел среди доков. Может быть, он теперь открылся. Нет, он нихера не открылся. Я так понял, что это контейнер, который принадлежит... Где у нас будет F1 Макларен? Так, ну это прям жестко что-то. Фух, друзья, искал и нашел все-таки пятый контейнер. Находится он вот здесь вот на карте, прям вот тут. Можете сейчас посмотреть сразу же, где находятся все контейнеры, и потом по моему вот этому скрину просто взять и все это дело найти. Пятый контейнер вот тут между вот этими вот контейнерами. Точнее, это ящик. И контракт у нас выполнил, и возвращаемся за наградой. Нам повезло. Машина попала на камеру наблюдения с заправки. Водителя опознать не получилось, но мы знаем, куда он направляется. За ним. Отлично, шикарно. Теперь нам нужно посетить заправку, отмеченную на карте. Так, а какая у нас заправка отмечена на карте? А, вот это. Ну, давайте съездим до нее. Итак, я вижу нашу заправку. Что у нас сейчас будет, если мы на нее приедем? И... приехали. Ага, я вижу еще один контейнер. Так, эти ребята быстро движутся. Это значит, что они могли совершить ошибку. Прочеши местность, вдруг они что-нибудь оставили. Опа, и мы нашли еще один контейнер. Ну, шикарно же, шикарно. Ну и что они еще хотят? Получите 2 звезды за радар, деловой центр. Понятно, короче, у нас тут дальше прохождение. Дальше они хотят от нас, чтобы мы тут всякие радары проходили и прочие вот эти темы. Все понятно. В общем, друзья, я, наверное, оставлю весь тюнинг этой машины уже на следующей серии. Также в одной из следующих серий мы посмотрим на McLaren F1. Я его куплю, я вам покажу его цену, потому что сейчас еще это все в магазине не появилось. В общем, огромное спасибо, кто меня смотрел. Кто сейчас такой типа: Дима, почему это все так долго? Ну, точнее, у вас это все было недолго, потому что я вырезал много моментов, где я там вот проискал контейнеры и прочее. И, как видите, сейчас у нас уже следующий контракт идет, и мы будем потихоньку это все дело проходить, чтобы посмотреть, какие всякие прикольные штучки у нас появляются благодаря этому прохождению. Но, как вы видите, у нас тут новый шмот вроде как должен появиться или настроить, что это такое. А, ну да, новый шмот, и для машины всякие новые фишечки появляются. Но опять же, это все увидите в следующей серии. А пока я с вами прощаюсь, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и ставить лайк, если вам это все нравится. Всем пока-пока.